Этот час поэзии прошел в стенах детской модельной библиотеки. Школьники и студенты готовы читать произведения, пронизанные патриотизмом. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», поддержанного грантом губернатора Кубани. Собрались для того, чтобы выразить любовь своему городу, своей стране. И все вместе мы это будем делать в стихотворной форме. Школьники, причем читали даже первоклассники, и студенты лабинских СУЗов выбрали стихотворения известных авторов, лабинских поэтов, читали и свои авторские. Война – одни из самых худших лет. Мы не забудем никогда. Стояли стойко даже дети. А наши папы, деды и мужья ушли. Ушли и не вернулись. И не вернутся никогда. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслоняясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея!» «Ой, мамочка! Ой, родные! Огонь!» И залп! И тут они заголосили. Девчоночки запричитали всласть. Как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Среди чтецов – будущие медработники и студенты аграрного техникума. Школьники представляют сельские образовательные организации и городские. Поддержать их пришли родители и педагоги. Очень хорошо, что в этих стихотворениях звучала тема не только Великой Отечественной войны, но и тема СВО. Студенты Лабинского аграрного техникума активно приняли участие в этом конкурсе. Я считаю, что они справились с поставленной задачей, преодолели, возможно, свой страх и выступили достойно. Авакян Диана прочитала стихотворение из книги, которую привезли из зоны специальной военной операции. «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой». Ты должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули, но ты солдат и все сумей принять. От поцелуя женского до пули и научись в бою не отступать. О любви к родине много написали и лабинские авторы, к примеру, Александр Киричик. И его стихотворения сегодня читают первоклассники 4-й школы. День ликования, день победы, встречает с радостью народ. Мы в этот день, забыв про беды, глядим уверенно вперед. Все позади, ошибки, страхи, уже не стройно не так. Все отметаем одним махом, победа верный наш маяк. Любовь к родине через поэзию, через истории о героях и поступки. Эти юные любители стихов с помощью выразительного чтения передают сверстникам главные чувства. Сегодня дети прочитали патриотические стихи наших лабинских авторов, также авторов Кубани и России. Очень благодарны ребятам, что они воспитываются в духе патриотизма, проникаются данной темой. Желаем ребятам всем победы и удачи. Каждый получил благодарственные письма за участие. Имена победителей станут известны позже. Конкурс чтецов в рамках патриотического проекта продолжается.